Книга «Открытым оком», вопрос 690, второй том, тема «Святая Библия». Во многих местах встречается слово «тук». Как правильно его понимать? Вот притча, 21 глава, 20 стих. «Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Тук – это жир жертвенных животных». Левита 3:3, 3:9, 16 глава, 16 стих, 17 стих, 4 глава, 8 стих, 7 глава, 23 стих. Но не было запрещения есть наружный жир. Неемия 8:10, 3 Царств 4:23, Лука 15:23. Животных откармливали для еды. В данном случае Соломон говорит о довольстве в доме мудрого и избытке всего необходимого. Исаия 25 глава, 6 стих. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин».